почти треть месячной нормы осадков выпала в ночь с 9 на 10 января, и снег продолжает идти. С последствиями снегопада на территории Одинцовского округа борются более 100 единиц техники. Коммунальные службы проводят работы строго по регламенту. Сначала выходят на дороги первой категории. Очищают от снега и наледи проезжие части, по которым следуют автобусные маршруты. В Одинцове это улицы Северная, Маршала Жукова, Красногорская и Можайское шоссе. Также уборка ведется на парковках, расположенных на проезжих частях. Это зона ответственности Одинцовского ДРСУ. Дороги убирают, в принципе, хорошо, неплохо убирают дороги. Но в основном, если с нового городка, вот еду, убирают нормально дороги, так что доволен. С трудом чистятся дороги, даже не знаю, как сказать еще. Борются со снегом, но никак победить его не могут. В сутки только работники Одинцовского ДРСУ вывозят 1100 кубометров снега. Работает круглосуточно. На дежурстве находятся 18 рабочих и 10 КДМок. В обильные снегопады на дороге выходят 6 снегопогрузчиков, грейдер и экскаватор, 5 тракторов и 10 самосвалов. Такую работу положительно оценивают не только водители, но и пешеходы. Центральную дорогу очень хорошо чистят, а вот между домами не очень хорошо чистят. Вот это вот плохо. А так очень хорошо чистят здесь дорогу. Во дворах работают МБУ и управляющие организации. В первую очередь они очищают подходы к жилым домам. Снег складируют на специально отведенных для этого площадках. На снегобазу его вывезут позднее. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».